На телеканале «Енисей новости» мы продолжаем выпуск. На 11-й Красноярский экономический форум, который пройдет в краевой столице через две недели, приедут вице-премьеры правительства Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, а также 8 федеральных министров. Об этом сегодня рассказали журналистам на пресс-конференции, которая прошла в Москве. В ней приняли участие заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Наш корреспондент Ирина Алиева сейчас находится в Москве, и вот последние подробности от нее. Как отметил заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, одна из главных задач проведения форума – это привлечь инвестиции в Сибирь, обеспечить условия для сотрудничества предпринимателей России и других стран. Плюс, по его же словам, одной из центральных дискуссий станет развитие транспортной системы страны, ведь именно транспортная доступность может обеспечить развитие Сибири и Дальнего Востока. По словам губернатора края Льва Кузнецова, еще одной из важных задач форума – вообще показать, что такое Сибирь как россиянам, так и иностранцам.